Дорогие коллеги, здравствуйте, Дмитрий Кардановый приветствует вас. Сегодня хочу сделать такой маленький обзор, да, вот по поводу семирядки, да, и девятирядки. О чем я хочу сегодня рассказать? Хочу рассказать о том, сейчас я открою, хочу вам сразу сделать такой, не то что, знаете, маленький такое сравнение, да, то есть, чтобы вы сразу видели, по поводу какие вообще девятирядки и семирядки вот вживую и как они вообще вот отличаются, да, то есть вот, чтобы вы понимали, да, как какие они, то есть вот чтобы вы видели, вот видите, то есть девятирядка это вот это побольше, да, семирядка поменьше. Так, стоп, сейчас я уберу коробочки, вот, чтобы вы понимали, как они выглядят, вот. То есть такое вот некое сравнение хочу, чтобы вы посмотрели, как они выглядят вживую, чтобы как понимать, какие они, в чем разница. То есть разница, собственно, в том, что девятирядка, она, естественно, больше, как вы видите, да? Вот семирядка, она поменьше. То есть вот так они, собственно, выглядят, если сравнивать их вот так. Вот. Качество, естественно, как я вам говорил ранее, вы знаете, хорошие там и тут. Только девятирядку мы можем использовать как на длинных, так и на коротких, ну и на средних волосах, да. Семирядку, как я вам говорил, ну, можно использовать, ну, в основном на короткие, средние волосы, да. Я вот вам советовал бы все-таки иметь две расчески. Опять же, смотря какой вы еще тоже мастер, если вы любите больше мужские стрижки стричь, но тем не менее у вас есть и женские. Ну, возьмите, допустим, семирядку, да, то есть, если значит, что у вас мужчин больше. Вот, если у вас и мужчины, и женщины поровну, ну, можете взять и ту, и другую. Но тут уже, честно, все от вашего кошелька зависит и от ваших пожеланий, собственно, что вам больше ближе. У меня, например, как вы знаете, у меня и семирядка, и девятирядка. Я люблю чередовать инструменты, чтобы клиенты у меня видели, что у меня разные инструменты. Вот, собственно, вот такие вот у нас расчески. Чтобы вы видели. Будут вопросы, пишите, задавайте. Буду рад вам ответить на любые ваши вопросы. Спасибо, всем точных стрижек, хорошего настроения и никогда не сдаваться. Всем пока.